Итальянская полиция арестовала 15 мигрантов-мусульман, прибывших в Европу из Африки. Их подозревают в том, что во время пересечения Средиземного моря они выбросили за борт 12 других мигрантов. Их убили только за то, что они были христианами. Погибшие были выходцами из Ганы и Нигерии, подозреваемые граждане Кот-д'Ивуара, Мали и Сенегала. Один из них несовершеннолетний. Арестованным вменяется вину массовое убийство на почве религиозной ненависти. Обвинение основано на свидетельских показаниях десятка нелегальных мигрантов, которые направлялись из Ливии в Италию на том же судне. В среду неподалеку от Палермо всех их спасла итальянская береговая охрана. Только за последнюю неделю до берегов Италии добрались около 10 тысяч нелегальных мигрантов. Большая часть из них прибыла из Ливии, где царит хаос. Власти Италии с трудом справляются с наплывом мигрантов.